Все вещи, которые вы видите здесь, в кабинете начальника отдела организации применения административного законодательства ОМВД России по Тверской области Михаила Бурцева, самые что ни на есть контрафакт. Неровная строчка, кривая печать, отсутствие этикеток, бирок, все что угодно. С начала года сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 1000 единиц контрафактной продукции на сумму почти в 2 миллиона рублей. Основными видами подделок по-прежнему остаются одежда, обувь, аксессуары. Для того, чтобы обезопасить себя от приобретения контрафактной продукции, прежде всего нужно обращать на форму, упаковку, стоимость в основном. Ну, наверное, не стоит предполагать, что пара обуви может стоить 1000 рублей. Работая в сфере потребительского рынка, сотрудники полиции защищают от противоправных посягательств не только покупателей, но и тех, кто эти товары законно производит. С начала года задокументировано 163 административных правонарушений в области оборота объектов интеллектуальной собственности. Выявлены подделки в том числе известных брендов. Среди нарушений, выявленных в области оборота алкогольной продукции, реализации хранения алкоголя без лицензии, продажи спиртного несовершеннолетним, нарушение правил продажи алкоголя. По административным правонарушениям из незаконного оборота изъято более 21 тонны алкогольной продукции. Правоохранительными судебными органами по данным правонарушениям наложено в качестве санкций более 9 миллионов рублей. Нужно помнить, каждый покупатель вправе потребовать документы на законность продаваемого товара и избегать покупки откровенной подделки. В первую очередь это вредит экономике государства, это во-первых. Но во-вторых, непосредственно это вредит самому потребителю, который купит некачественную вещь. То есть она может реально прослужить одну носку или до первой стирки? Может быть, даже один день или один час. Контроль соблюдения законности на потребительском рынке сотрудники полиции проводят постоянно, и не только в небольших магазинах, но и в крупных супермаркетах.